Сначала мы пытались есть лук, но потом что-то у нас не сложилось. Теперь мы, видимо, хотим сажать цветок. 3 дня стоял, никому не мешал. Даже нет, 4 воскресенья их поставила. Мы тут сожрали, когда я приехала последний раз из деревни, голову от вяленой рыбки. И я тут на днях ела опять рыбку. Думаю, надо ему дать эту голову, потому что он с такой жадностью ее ел, будто век не едал, будто это его любимое лакомство. А мы, оказывается, как обычно. Первый раз-то вкусно, что это такое у хозяина, наверное, офигеть, как вкусно. А второй раз она нам уже не нужна, мы с ней поиграли, жрать не стали. Моя бы близкая родственница сказала, что коту что-то не хватает. По-моему, коту тупо скучно. Вообще, чем бережнее к какому-нибудь растению или еде относишься, тем больше шансов, что вот это вот существо его сожрет, как огурец, листик. Я сегодня убрала генерально. Большой пылесос рулит. Я покушать сейчас себе ваяю. Ну, с учетом, что у меня до хрена роликов на видеокамеру заснято, и ни хрена еще не смонтировано, я тут на телефон снимаю, чтобы потом залить. Я даже стишок наваяла вчера, но так как у нас был с Никитой, ой, не то, какой-то просто феерический, у меня в основном, гемор с этим релизом, кверх ногами нет, последней главы Хамуры, вот я даже в этой, в дверце этой самой отражаюсь, как язык-то, микроволновки. Ну, тут размазано, короче, вот тут стишок. Я его вчера наваяла, но пока не залила. Вчера сил не было, я сегодня еще не успела, потому что уборка была. Это второй стишок в тему любителей посоветовать или сделать запрос. Ну, там кто-то мне вякал, что вот, давно не было обзора вкусняшек. Я думаю, блин, я 3 месяца покупаю всякие разные вкусняшки. У меня там 2 манго в холодильнике еще лежит. Вот тут вкусняшки. И шуршу ими в обзоре еды пакетиками. В пакетике вкусняшка. Я и шуршу, когда обозреваю. Чем не вкусняшка? Ну, как бы у человека слегка сменился приоритет. Я поняла, что манго вкусная, но вот человеком другим, некоторым, надо что-то иное. И вот вместо того, чтобы заказать, они, типа, вякают в комментах, вякают в стримах. Типа, ты такая плохая, ничего не делаешь, такой-то, что нам надо. Я даже думаю, следующий стрим не делать, потому что, ну, 6 недель меня атакуют какие-то идиоты, которые приперлись на канал. Некоторые из них долго косили под фанатов. А некоторые просто изначально дебилами были. Ну, в смысле, у них мозга не хватало накосить. А еще некоторые вроде как адекваты, но мне кажется, что они меня изначально слегка подтравливали. Допустим, меня очень сильно давно уже напрягает эта тема с ТКНН, но мне все равно доносят, сколько у нее подписчиков, что она делает. Вот, ну, смысл моей жизни знать об этом, да? Или людям настолько делать нечего. В общем, цветочки вроде живы. Вода у меня закипела, сейчас я пойду за макаронами. Всем привет! Тиша, поверни голову сюда. Тиша, тишка. И всем пока.